Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы будем проходить нереально крутое испытание в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше крутых видео мы будем продолжать записывать вот таким составом. Да, и ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки вы найдете в описании к ролику. И также не забывайте писать положительные комментарии, мы читаем все комментарии и на самые интересные отвечаем. Приятного вам просмотра. Ну что, ребята, в чем заключается суть вот этого испытания? Каждые 30 секунд нас будет менять местами. То есть, если я стою на этом месте, а Жека на том, через 30 секунд мы поменяемся местами. И нам нужно придумать способ, как убить друг друга. Каждого будет по 30 секунд, чтобы придумать что-то, да, Жека? Да, именно так, я тебя сегодня убью, да-да-да. Еще, ребята, хотелось бы сказать, что мы сейчас играем втроем, но играть мы именно в это испытание будем вместе с Эдисоном, потому что эта команда сделана для двоих человек. И, собственно, Игорь у нас будет просто летать невидимки и наблюдать и комментировать, да, Игорь? Да-да-да, буду давать, собственно, свои тренерские советы. Да. Ты готов, Жека? Да, смотри, когда мы сейчас нажмем на кнопочку, то есть, да, мы телепортанемся в рандомное место, так что пока. Пока. Итак, я готов уже выживать, я добываю дерево. Да, ну знаете что, давайте установим правило, то, что мы не будем убивать друг друга в воде, потому что это будет слишком скучно как-то. Ну окей, ладно, смотри, я тебя буду точно сбрасывать. Да, то есть смотри, где ты сейчас находишься, Жека? Я сейчас нахожусь... Я, короче, нахожусь в березовом лесу. А я нахожусь возле озера, возле горы. Вот сейчас, мне кажется, если мы поменяемся местами, то сразу все поймут, что мы будем делать в этой серии. Да. А я могу спойлерить? Не, лучше не надо спойлерить, слышишь? Не надо спойлерить. Ну в смысле, а что он может делать? Какие спойлеры? Типа, что ты делаешь? Не, лучше не надо, Игорь. Да, лучше не надо. Хотя, в принципе, ну, хрен его знает. Слушай, а мне как-то маленько подлагивает сервак, это нормально твой? Да, у меня тоже подлагивает. Это нормально то, что у меня сервак подлагивает? Я не знаю, вроде бы сейчас не перестал лагать, но хрен знает. Я поставил верстак, он же сейчас исчезнет. Нет, мой верстачок. Вернись ко мне. А, все, я разломал верстак. Так, что бы придумать? Как бы тебя загрохать нафиг? Это сложно? Я думаю. Я думаю, это как-то просто, знаешь? Это оказывается так сложно. Мне кажется, нужно дождаться ночи, тогда мобы будут. О, ты пехает, ты пехает, ты пехает! Так. И что дальше? Мы тоже действия делали, нет? Да, но нужно как-то придумать. Я жив. Мне кажется, это, не знаю, обучение какого-то грифера. Нужно придумать ловушку где-то за 30 секунд. Да капец, а как ловушку сделать без Редстоуна? Я вообще не знаю. И что самое главное, ты должен находиться в той ловушке, чтобы потом твоего противника ты пехнула туда же. Я знаю, что сделать. Я не знаю, только не воду. И мне кажется, будет глупо, если ты там заберешься на какую-то высоту большую, потом прыгнешь. Да. Не, Жека, это слишком тупо. Вообще-то это была моя идея, кстати, первоначально. Ну ладно. Тебя начнет тпхать, и ты просто прыгнешь. Это глупо. По-моему, это не глупо. Эдисон, у тебя все глупо. Ну, да, так, вот, ну есть. Это самые банальные какие-то способы. Он боится, это все отмазки. Ну, Эдисон, ну какие банальные способы? Ну сделай редстоун, ловушку, хорошо. Давайте будем копать час, находить редстоун, потом делать ловушки. И так оно и должно быть. Так. Смотри, что он делает. Все нормально, продолжай. Жека, ты где? Я в локах. В смысле? Где? Я в пещере! Почему я в пещере? Потому что я там был, наверное, потому. А почему Эдисон не умер? Ты какой-то маленький столб построил. А что, он упал? Я упал, так нечестно, Жека. Так мы просто добудем блоки, построим высоту и все. Лох, какой же ты лох, Эдисон? Лох это ты, я спрыгнул, но у меня даже сердечко не отнялось, поэтому... Вообще не отнялось? Вообще ни одно. Почему? Не знаю, ты меня спрашиваешь. Слушай, а как это так? А ты чистил, да, понятно. Ага, может это специально так сделали, чтобы такие умники, как ты, вот такие способы банальные не придумывали? Я тебя уничтожу, не переживай. Хорошо, придумайте другой способ, какой. Тебя там зомби не съел случайно? Зомби? Нет, там, ну он как-то не начал есть, но я такой испугался и бежал. Вот паскун, ладно. А как железо переплавлять? То есть, типа это, ты же заберешь... Нет! Мое железо, верните! Где? Где ты поставил? Где? А я его забрал, не переживай. Я как-то долго телепортирую на самом деле. Ага. О, овечки. Здрасте. Здрасте. Интересно, кто же выиграет? Блин, вот это сложно, это сложно нафиг. Не, подождите, реально столбы не работают в Исне?
Да, смотрите, короче, по-моему, придется с помощью мобов убивать. Ну, хотя хрен знает, может, какая-нибудь другая идея появится. Ну, сейчас придумаем, сейчас придумаем. Мне кажется, добывать редстоун и вот это будет слишком долго. Да, это прям вообще капец долго. Ну, мы еще будем срезать, поэтому, если будет слишком долгая серия, то... Ну, понятно. Есть второй вариант, лава. Ну, лава, в принципе, это уже лучше. Это уже лучше, да, но... Где ж найти эту лаву? Копаешь под себя, находишь лаву... Это сервак твой непонятный какой-то. А, вот все вернулось. Я когда добыл это сраное дерево, оно у меня исчезло. Жека, ну где ты? Ты пэхайся! Нет! Отдайте меч! Отдайте верстак! Твою! Я жив? Пожалуйста, я тоже жив. М! Ааа, помогите! Чё там? Сраный зомби пошел. Там еще и паук, короче. Там еще и паук был? Да. Меч есть, так что не переживай. Сколько сердечек у кого? У меня почти полный. Только у меня нет еды вообще. Твою мать. Знаете, что было бы интереснее, если бы сердечки не восстанавливались? Да. Хоть, ну... Это, кстати, очень легко сделать, на самом деле. Да, может, не будем, уже, ладно, посрать так. Уже вот так. Я как-то боюсь таким дурочка, понимаете? Так. Хавчик, у меня хавчика нету. Так, ночь, Жека, ты в курсе, что сейчас ночь уже будет? Да. Кому сейчас подтвердит, тот встретит крипера и все. Это фигово то, что ты даже не можешь себе броню сделать, потому что ТП-хнет и все, жопа. ТП-хает! Пою! Где я? Что ты хотел сделать, а? Не важно. Почему я телепортирую вначале в блоке, потом меня как-то пролагивает? Это я читерю просто, чтобы ты застрял в блоках и умирал. А есть такой, кстати, вариант, типа под гравием какую-то тему намутить или что-нибудь такое? О, кстати, да. Хорошая идея, мне нравится. Зараза! Так, что же мне сделать с тобой? Что мне сделать с тобой, а? Мне нужна еда для начала, так. Мне тоже нужна еда. Всем нужна еда. О, здравствуйте, мистер. Здравствуйте, мистер зеленый друг. Нет, давай без этого. Зеленый друг. Давай без этого. А, нет, он сейчас там взорвался, твою мать. Взорвался. Давай без зеленых друзей, пожалуйста. Мне кажется, реально, если это долго будет затягиваться, надо будет вести команду, короче, чтобы сердечки не восстанавливались. Твою мать. Ах, наверните меня на место. Так, я не двигаюсь, я вот просто... Почему я улетел за бедрок? А, нет, это лаги. У меня от меня отнимаются хп. Во-во-во-во-во-во! Давай, пускай отнимаются еще! Это лаги какие-то, вот вы сейчас сами видели все, вот. У меня просто начали сами хп отниматься. А сейчас что? Сейчас я жив, не переживай. А, паскуй, ну ладно. Ладно. Ой, прокопался он тут, прокопался. Я тебе покажу. Ну, старался, Жека. Покажу. Я старался. Кстати, Жека копает в сторону интересного места достаточно. Да? Да. А, ну то есть говорили без спойлеров, а сейчас он ему говорит, где находится лава. Вот интересно, жопа просто. Ты говоришь, что кто делает, правильно? Ты говоришь, что кто что делает. Ой-ой-ой, Игорь, спасибо, Игорь. Охренеть. Сейчас эти сразу даже телепортируются и докопают. Нет! Черт! Я ж сказал. Если бы еще сразу телепортировал, вот что я, где я? В блоках вообще. Где ты? Вот куда ты докопался? Я не могу понять. Я тоже не могу понять, куда ты копал. Я не знаю. Я копал... А ну тихо! Нет, ничего не слышу. Мне показалось, что я там, ну, что-то там слышу. Но нет, ничего не слышу. Глупо, если я просто за своей смертью сдохну. Это будет прям вообще обидно. Я не знаю, как же тебя паскуду убить? Задушить я... просто. Да. Говорю, если было без лагов, то было бы еще получше. Но как-то вот с лагами как-то непонятно. Мне там это специально так. Эдисон же очень близко. Нет! Человек обратно телепортирует. Вову! Не надо. Помогите. Эдисон хитрый. Нет! Я надеюсь, я не умру, я не умираю, я жив. А мне кажется, сейчас Жека, знаешь, что произойдет с Жека? Мне кажется, он сейчас сплюснет вообще. Я в смысле сплюснет? Я в бедроке нахожусь, что такое? По-моему, почему он слепо... Я двигаться не могу, я застрял в блоках, отпустите меня! Я же говорил, что он может застрять в блоках. Что это такое у нас? Что это такое? Лыжник такой стоит непонятный. Там лава, Жека, не открывай! Подождите, а вы заранее видите частицы, да?
Да, да, да. За секунду где-то. За секунду за две. Я уже побил бы всех. Ага, вот будет у тебя раунд, вот постараюсь убить всех. Стоп, я не понял. Че? Где лава? Покажите мне лаву, пожалуйста. Сейчас, Игорь, у тебя тоже раунд будет, увидишь. Как это просто? Почему у меня невидимый, я не понимаю. Дайте мне лаву, кто-нибудь. А, кирка сейчас сломается, твою мать. Кирка сломается. Ну, Жека дебил, немножко не туда пошел, ну ладно. Куда она? Нет, верстак отдайте! Я не знаю, что делать, давай. Я не знаю, что делать. А, паукан! Это мой друг, не трогай его, Жека. Погладь его, погладь его. 2 хп. Погладь его, вернись. Чего-чего? Подсказка, смотри, короче, когда будет телепортироваться, ты сразу прыгай в то место, которое надо, понял? А я не знаю, в какое место мне. Сейчас ты его уже увидишь. Алло, не надо вот там вот вот так вот. Так, ну я тебе тоже помогу. Подожди. Мне кажется, я сейчас сам себя убью. Вот есть у меня такое впечатление. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте, ребята, сейчас я сам себя убиваю. Не надо. Я сам себя убиваю, пацаны. Вы были хорошими друзьями, но вот идите в жопу. Идите в жопу. Пацаны. Да. Нет. Телепортируется только, я боюсь, что так происходит. Я подумал. Это у меня либо сервер лагает. Нет! Чё там? Да! Вот паскуда. Надо прям прыгать туда. Мама дорогая, я жив. Ни одно хп, помогите. Как ты выжил, зараза? Подожди, Жека, ты горел? Нет. В смысле не горел? А ты, Эдисон? А я вообще появился в нормальном месте. Там, в смысле, там не было лавы? Нет, я возле лавы появился. А так я же ее открыл, она должна была потечь. Нихрена не... Я так ее открыл, но что-то она как-то хреново потекла. Я прыгал бы, реально, я бы прыгнул. Я хочу тебя прыгнуть в лаву, дайте мне похилиться кто-нибудь, помогите. Эдисон, ты знаешь, что надо делать? Нет! Тихо, пожалуйста. Не убивайте. Я в блоках. Я выиграл! Это как? Как я выиграл? Я сам умер, я сам выиграл. Ты тоже умер? Ты... Да, чё за хрень была? Давайте прочитаем чат. А, ну я сгорел в лаве. Ты просто... сгорел в лаве, я выиграл. И потом я сгорел, потому что чё-то странное. Это, подожди, а как я умер, я не понял. Ты там. Потому что я прыгнул в лаву, я тебя ждал уже в лаве плавающим. Да? Да. Сдрючил. Не, чё круто, мне понравилось. Пода, крутая, вот честно. Вот интересно, такого еще не было. Если хотите больше таких испытаний, потому что таких испытаний в Майнкрафте довольно-таки много, то ставьте большие пальцы вверх, и мы обязательно еще запишем, да. Да, ребята, самое главное. И также не забываем подписываться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. И, в общем-то, пишите в комментариях свои идеи для новых челленджов. И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы эту команду мы оставили в описании. И вы смогли сыграть со своими друзьями. Да, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока.